Пешеходный мост через реку Павловку на Московском шоссе – стройка, которую горожане очень ждут. После открытия торгового центра «Премьер» ранее практически непосещаемый пешеходами участок стал весьма оживленным. О безопасности передвижения пеших говорить не приходилось. Горожане вынуждены ходить по проезжей части на свой страх и риск. Более того, даже автомобили здесь терпели крушение. Например, в декабре 2013 года автомобиль «Жигули» 12-й модели проломил ограждение и свалился в реку. Обошлось тогда без жертв. А намерение все-таки построить отдельный пешеходный мостик через реку Павловку стало известно еще летом прошлого года. Соответствующее поручение городским властям сформулировал губернатор Олег Ковалев. И вот после длительных согласований и разработки проекта, кажется, дело тронулось. И мы уже приступили к выполнению работ по размещению строительной площадки и строительству самого моста. Вот, мост будет пешеходный, шириной 3 метра. Вот, достаточно интересно у него архитектурное решение этого моста. С двух сторон по берегам будут монтироваться сваи, и на сваи будут размещаться фермовая часть этого моста, пешеходного моста. Необычная конструкция моста. Вот, ну, в связи с тем, что там такой интересный мост получается, поэтому было достаточно долго там получать заключение экспертизы. Вот, в ближайшее время выходим на строительство. Силами администрации города будет строиться само основание моста, свайная часть, на которую потом впоследствии владелец торгового центра будет достраивать верхнюю фермовую часть этого моста, конструкцию. Получается, что это такой совместный проект.